Hermanos! Брат и сестра. Hermanos! Они же брат с сестрой. Hermanos! Брат и сестра. Ну что с ним такое, Габриэла? Что он здесь делает? Почему он преследует нас? Что нужно этому сумасшедшему? Я не знаю, не знаю. Но в любом случае, не вздумай выходить. Нет, если он совсем обезумит, то я немедленно поставлю его на место и точка. Слишком долго я сдерживался. Нет, не надо, не выходи. Я прошу тебя, не выходи. Послушай, Артура, что это такое? Ты срываешь обход, чтобы уладить личные дела. Я предотвращаю преступление. Или кровосмешение не преступление? Брат и сестра. Они же брат и сестра. Что ты от меня скрываешь? Ничего, ничего, дорогой. Это платьица соседки. Маленькой девочки, ты ведь знаешь, наша соседка, девочка маленькая. Дорогой, ты сейчас будешь есть? Сейчас? Послушай, куда ты ходила? Зачем ты так накрасилась? Что это значит? Что значит? Что ты слишком накрасилась? Да ничего не значит, ничего. Меня учительница Джонни вызывала. Понимаешь, учительница Джонни. А, ради учительницы Джонни, смотри-ка. И что? Что она тебя вызывала? Да ничего серьезного, дорогой, понимаешь? Учительница мне сказала, что нужно, чтобы он больше занимался. Ну, чтобы просто заботился об учебе. Значит, больше ничего. Больше ничего. А что, дорогой? Ну ладно, я пойду переоденусь и сниму с себя все это. Помоюсь, переоденусь. Я пойду умоюсь. Ладно? Ой, Консуэло, по-моему, ты не для учительницы так намалевалась. Но я все разузнаю. Я узнаю, что это значит. Смотри у меня, Консуэло. Ох, Консуэло. Я разузнаю, о чем это ты хлопочешь. Что я могу от тебя скрывать, Эльвира? Смотрел на эту фотографию, и у тебя был такой странный взгляд, будто это очень важно для тебя. Очень значительно. Да что происходит, Эльвира? Ты ревнуешь? А у меня есть основания? Может быть, есть причины для ревности? Ну хорошо, что тебе надо? Что ты хотел мне сказать? Ну, разрешите, тетя. А, дядя, красавец мой. Патрисия, моя дорогая, я так рад тебя видеть здесь. А я как раз поэтому и приходила. Но раз уж Патрисия здесь, пусть она сама скажет. Мы с Ильяной приехали сюда, потому что Рикардо попросил нас об этом. Дядя, она больна. Она очень больна. Ильяна моя. Что за свинство? Это же притон, Марисоль. И ты здесь в этой гадости. Это же притон. Нет, 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 дорогая. Это монастырь, полный монахинь. Сестра-настоятельница и взбунтовавшаяся послушница. Вот кто твоя сестренка. Теперь, если ты хочешь присоединиться, то я могу помочь. Могу дать уроки любви к ближнему, дорогуша. Отпусти ее, свинья, отпусти сейчас же! Отпусти ее! Но послушай, Лопес, что это такое? Что здесь делает это чокнутое? Может случиться несчастье.
Не волнуйся, брат. Эту лошадку я сам обуздаю. Отпусти. Отпусти это. Успокойся. Ничего не случилось, хорошо? Иди сюда и успокойся. Брат. Брат. Что с тобой? Ничего. Со мной ничего. Я рад. Я чувствую себя счастливым. Я счастлив. Что делает тебя таким счастливым? Ты мне не поверишь. Не поверишь. Я в восторге от того, что вы вместе. Я так рад вас видеть вместе. Вот так.